В 2021 году в Одинцовском округе пройдет всероссийская перепись населения. Впервые в ней можно будет принять участие через интернет с помощью портала госуслуги в период с 15 октября по 14 ноября. У дистанционного способа есть ряд существенных преимуществ. Он безопасен для здоровья, поскольку позволяет избежать лишних контактов. Все данные хорошо защищены и передаются в зашифрованном виде. Заполнить форму опроса можно круглосуточно на любом имеющемся устройстве – смартфоне, планшете, компьютере. Вам понадобится стандартная или подтвержденная учетная запись на госуслугах и доступ в интернет.